Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа, и сегодня я покажу вам, как я упаковываю подарок для мамы моей подруги. Давайте же разберемся, что нам для этого понадобится. Ну, для начала сам подарок. Итак, что нам понадобится? Это цветная бумага. У меня она двухсторонняя, я ее купила в Икее. Далее нам понадобятся ножницы, что вполне естественно. Бирки для того, чтобы подписать, кому предназначен подарок. Их тоже можно найти в магазине Икея. Бантики. Цветной или прозрачный скотч. И, конечно же, можно купить различные самоклеющиеся блесточки. Их можно купить в магазинах «Читай город». Приступаем к упаковке. Итак, мы берем нашу подарочную бумагу и отмеряем такое количество, чтобы подарок можно было вернуть один раз, неважно, вдоль или поперек. Главное, чтобы можно было это сделать. Отмечаем нужное количество и вырезаем нужный нам фрагмент. Теперь мы просто берем бумагу, кладем ее той стороной, которую мы хотим, и оборачиваем наш подарок один раз, то есть столько, сколько мы отмерили, столько раз мы его и оборачиваем. И закрепляем все это дело скотчем. Кусочки скотча лучше подготовить заранее. Далее мы будем делать своеобразный конвертик. Все, что нам нужно, это сжать по бокам бумагу, и она уже сама согнется в конверт. Если у вас слишком много бумаги осталось, и она не захочет нормально приклеиваться, лучше всего отрезать излишки вот таким вот образом. То есть пометили и отрезали. Все это дело мы точно так же закрепляем скотчем. Второй бок делаем аналогичным. Вот такая вот милая коробочка у нас получилась. Для того, чтобы она не была скучной, я решила приклеить к ней эти замечательные маленькие жемчужинки. Так как они все цельные, я решила, что лучше их будет отрезать друг от друга и аккуратненько приклеивать. По-моему, получилось очень симпатично. Далее нам нужно взять бирку и приклеить ее к нашей коробочке. Я сначала задумалась, как лучше это сделать, и решила просто вклеить ее в наше основание коробочки, то есть сбоку немножечко отодрать скотч и приклеить ее туда вовнутрь, чтобы она красивенько держалась.
Теперь нам остался лишь бантик. Мы его приклеиваем, и теперь подарок стал достаточно симпатичным, чтобы подарить его маме-подруге. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и ждите новые видео. Пока-пока, мои зайчики. Пока.